Пожар в здании Верховного суда. С такой легендой сегодня в одноименном здании прошли учения судебных приставов республики. Виталий Абрамов наблюдал за тактической тренировкой. На связи 6-0. В зале 415-м возгорание электропроводки обнаружил. Своими средствами собирает тушить. С этого сообщения и началась пожарно-тактическая тренировка судприставов. Информация об условном возгорании немедленно передается в экстренные службы города. Параллельно идет эвакуация персонала и оцепление здания. К приезду первых пожарных расчетов выясняется, что не хватает одного из сотрудников. Огнеборцы отправляются на его поиски. И в месте условного очага пожара обнаружен пострадавший без сознания. Пострадавший благополучно эвакуирован и передан бригаде скорой помощи. Медики проводят необходимую помощь. Тем временем учебный пожар успешно ликвидирован. Объявляется отбой тренировки. Со слов судебных приставов, подобные учения проходят ежемесячно, где отрабатывается тактика эвакуации зданий и выявляются недостатки при работе личного состава. Недостатки были выявлены именно в оцеплении. Работники, то есть судебные приставы, пропустили граждан на территорию. Ну, это, как думаю, что незначительное такое нарушение, но тем не менее будем отрабатывать, чтобы их не было. По результатам учений действия персонала были оценены на удовлетворительно. То есть тренировка помогает решать ошибки до, чтобы такого не происходило во время реальных экстренных случаев. Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, МБК Саха, Якутск.